Да, мне тут посоветовали, как надо начать. Ну что, у меня сегодня был спортдень, как все знают. Сначала 15 километров бег, потом час тренажерный зал, потом около 3 часов баскетбол, за который я набегал тоже 15 километров, как показали часы. Поэтому, ребята, сейчас я вам все это покажу. Ну а вы берите чаек, бутерброды, сникерсы, открываете. Сладенькое чего-нибудь, большое количество. Да. И смотрим, наслаждаемся. Смотрим, как Максим будет убивать свой организм сегодня. Потеют, пыхтят, а вам будет от этого так приятно. Да, как-то так. Ну что, всем привет. Как говорится, не туризмом единым и не походами. Поэтому покажу сегодня несколько своих других увлечений. У меня сегодня такой ожидает спортивный день. Вот, сейчас утренняя пробежка. Какая даже не пробежка, не знаю, бег трустой. Длительный, наверное, километров 12-15. Собственно, пробежал уже около 5 километров. Так, трушу. Правда, пульс что-то фиговый, но все равно хорошо. Сейчас еще километрика 2,5-3 и домой. Я думаю, больше-то не буду. Ну, в принципе, неплохо бежится, лучше, чем, наверное, на прошлые выходные. Вот такие пробежки где-то по 12-15 километров. Я буквально там 2 недели назад начал. Что-то как зимой особо не бегалось. Взяли на беговой дорожке. Ну, не то. Вот. Ну что, закончили пробежку. В общем, 14 километров, 790 метров. Спортивный день только начинается. Продолжаем наш день тренировок. Ну, тренируется все, надо сказать, в радость. То есть не ради каких-то спортивных результатов, потому что по кайфу это самое главное. Что, всем прям? Вторая тренировка, как и обещал, 15-ка утром, сейчас тренажерный зал и через полтора часа на баскетбол. В общем, каждый развлекается как хочет. Бах! Ой-ой! А вот и мы в плюс 3 решили поиграть в баскетбольчик. Врываемся. Порвем кольцо. Да, уже, в общем, около площадки, но сейчас нас тут особо не пускают, поэтому будем ломиться через забор. Как-то так. Площадочка топовая. Мир... Сорваться на площадку. Мир спорта, он закрыт, он не для всех. Но есть вот такие лазейки, короче. И способ, значит, показываем. Тут... Да, тут главное, короче, девчонки, вам аккуратнее. Вот, вот здесь вообще, особенно вот тут, вот там еще торчит что-то. Давай там разговорщик. О, красавчик, все, он там. Давай. Все, давай, без розыгрыша, шатовый мяч. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pump off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it what I'm at. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Be negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use. Give it my head and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I thought you get big boss, you get yachts. You swing lots and pop off a big shot.
dreams unchasing. Got big dreams, bigger things impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase it? Erase it. I don't give up quick, I don't give up shit. I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it. I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a deceit. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 В общем, поиграли мы почти 3 часа, 2:45. Возвращаемся, уставшие, но довольные. Вот Герман тут тоже идет. Ну что, для первого раза, я считаю, неплохо. То есть сами поиграли, побросали, потом да. Какой-то чувак пришел, мы в 33 поиграли, потом еще парни пришли, вернее, до него. Мы против них играли, но вот проиграли, но в целом, как бы, мне кажется, мы как-то так начали. Непонятно сначала играть. То есть как бы на отвали. Из-за этого получили сначала 6 мячей подряд. Потом мы забили где-то 6. И туда-сюда, туда-сюда. И в конце мы, я так понимаю, уже подустали. Но в целом классно. Может, в следующие выходные еще раз сыграем. Вот такой спорт-день получился.